Высокие технологии. Хай-тек. Умение передвигать предметы на расстоянии, как выясняется, не просто природный феномен, но и пока лишь на стадии эксперимента предложенный способ управлять в воздухе летательными аппаратами. Эксперимент был назван Brain Flight. Семеро участников, у которых не было до этого ни одного проведенного за штурвалом часа, показали по отзывам специалистов удивительные по точности результаты в том, что касается контроля над самолетом, когда тот находится в воздухе. При этом они не касались штурвала, все маневры осуществлялись с помощью силы мысли. Чем-то процесс напоминает те испытания, которые проводились людьми парализованными. Сила мысли, точнее электромагнитные импульсы, которые выделяют нейроны головного мозга, заставляют менять траекторию полета. Пока это гипотеза, предположение, мы думаем о тех, кто лишен подвижности в конечностях, кто не может в силу этой причины управлять автомобилем, не может пользоваться компьютером. Мы хотим дать этим людям возможность улучшить качество их повседневного существования. Но не только им, наша система, если и когда мы ее внедрим в производство, поможет, к примеру, хирургу, который ведет операцию, взаимодействовать с компьютером, используя всю ту же силу мысли, то есть энергию нейронов. Как добавляют те, кто в настоящее время трудится над проектом, подобное новшество, если оно войдет в жизнь, поможет улучшить показатели безопасности на транспорте, как наземном, так и воздушном. Но, как отмечают эксперты, от гипотезы и прототипа, и уж тем более включение в промышленное производство и разработки дистанции огромного размера.